19 лекарство. Все имена прекрасного всемогущего Аллаха, по его божественному выражению «Эсмауль Хусна», то есть «прекрасные имена», показывают, что они прекрасны. Среди всего созданного самым тонким, прекрасным и всеохватывающим зеркалом, отражающим имена Творца, является жизнь. Отражение прекрасного — прекрасно. Зеркало, отражающее красоту прекрасного, будет красивым. Подобно тому, как все, что отражается в том зеркале от того прекрасного, прекрасно, так и все, что происходит в этой жизни, по сути своей прекрасно, ибо проявляет прекрасные узоры тех прекрасных имен Создателя. Если жизнь будет проходить всегда в здоровье, однообразно, она будет неполным отражением. И даже в некотором отношении дав ощутить небытие, такая жизнь наскучит человеку, уменьшится ее ценность, радость жизни обратится в тоску. Чтобы быстрее провести время, человек от скуки предастся или распутству, или развлечениям, враждебно относясь к своей ценной жизни, словно к сроку тюремного заключения, он хочет быстрее провести, убить свое время. Однако жизнь, проходящая разнообразно, в переменах и движении, дает почувствовать свою ценность, дает познать свою важность и вкус. Даже если жизнь полна забот и тягот, человек не желает ее прохождения. Он не охает от тоски, говоря: «Все еще солнце не село», или «Когда же кончится ночь?» Да, спроси у зажиточного господина, который без работы лежит на диване и у которого все прекрасно, как он поживает. Несомненно, от него ты услышишь такие слова огорчения, как: «Ох, время никак не проходит. Давай поиграем в нарды или найдем какое-нибудь развлечение, чтобы провести время». Или же услышишь жалобы, исходящие от нескончаемых желаний: «Этого у меня не хватает, если бы я сделал и это». Спроси у человека, оказавшегося в беде, или у работающего и живущего в заботах бедняка, как он поживает. Если он разумен, он скажет: «Слава Аллаху, у меня все хорошо, работаю. Не садилось бы солнце быстро, чтобы закончить и это дело. Время быстро пролетает, жизнь не стоит на месте, бежит. Хотя и есть у меня трудности, но и это пройдет, все так быстро проходит». Таким образом, своим сожалением о быстротечности жизни он говорит, насколько она ценна. Стало быть, через трудности и благодаря труду человек понимает вкус и ценность жизни. Покой же и здоровье делают жизнь несносной, отчего человек желает ее быстротечности. О болеющий друг, зная, что основой бед, зла и даже грехов, как подробно и твердо доказано в других брошюрах Рисали-Нур, является небытие. А небытие — это зло, тьма. И от того, что однообразное спокойствие, тишина, покой и подобные им состояния близки к небытию, они приносят тоску, давая ощутить мрак небытия. А движение и перемены являются бытием, они дают ощутить его. Бытие же — это исключительно добро, свет. Поскольку истина такова, твоя болезнь с такими многими назначениями, как очистить, укрепить и возвысить твою драгоценную жизнь и направить на помощь к той болезненной части твоего тела другие его инструменты и органы и проявить различные узоры имен мудрого Творца, послана твоему телу в качестве некоего гостя. Иншалла, болезнь быстро выполнит свое назначение, оставит человека и позовет на свое место здоровье. Иди сюда, оставайся вместо меня, выполняй свое назначение. Этот дом твой, счастливо оставаться.